не мелочь, это меньше. Так я, честно говоря, не знаю, вот один вопрос. Как вас зовут, простите? А это Татьяна у нас. А вас, молодой человек, с мелочью. Рома. Дело в том, что, Ромочка, ты сейчас так на себя много не бери, потому что я все, что делаю всегда в жизни, я делаю только на благо женщин, запомните. Вот я для Танечки старалась. Почему? Я вам сейчас расскажу. Меня видно всем? Точно? Вот здесь встану. Как недавно мне пришлось в одном зале на стульчик встать, чтобы было видно. Я быстренько расскажу одну историю, которая произошла в Нью-Йорке несколько лет назад. После этого я стала иногда для девочек делать полезные, мужиков так это, но только для девочек. Произошла такая история. Сижу я в Нью-Йорке на русском радио, на прямом эфире 2 часа, несколько лет назад. Чудесный эфир, вопросы, я не знаю как, ответы, но мне очень понравился этот эфир. А запомнился он мне еще и тем, что ближе к концу звонит явно пожилой человек. И с таким типично брайтонским акцентом, который я, кстати, очень люблю, наговорив мне кучу комплиментов, закончил свою речь подобным образом. Илочка, ну короче, я звоню сказать, ну вы просто ходячая Виагра! Это я к чему, Рома? Ты ж меня сегодня это, не подведи! В этом мире как умеешь, так и вертишься, и не думаешь.